Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я опять в своем любимом магазинчике любуюсь миниатюрками. Вот здесь и миниатюрки. Вот такую вишнево-черную. А как этот сорт называется? Макс Блэк Ухуру. Макс Блэк Ухуру. Ухуру. Очень интересно, вообще невероятно. Бывает же такое. А вот это лунная радуга, вот это она, да? Да, лунная радуга. Есть такая маленькая деточка. Очень хорошенькая. Классная. А вот это вот цветет, которая махровая. Вот это какой сорт там розовенькая? Вот это Прага. Прага. Интересная такая. А вот это с каемочкой, вот эта вот, которая большая. Вот это. Вот это вот? Да. А, это детка от стандарта. А, это закарпатские узоры. Это красивые такие, розовые, с каймой. И вот назвали закарпатские узоры. Очень такой эффектный сорт. Вот Черниговград есть сейчас еще. Вот. РМ. Это весь мексиканский тушкан. А тушкана-то какого цвета? О, ну тут сложно, там такой цвет, тепло-коралловый такой. Можно на компьютере посмотреть. Ого, понятно. Или в интернете набрать. Еще одна виночка. Угу. Джули Бомбина. Ну все, я уже все посмотрела и буду теперь выбирать, что же мне купить. Ходите вот из маленьких, возьмите вот то, что приносили. Хорошо, сейчас я гляну. Всем всего самого хорошего. А я буду что-то покупать.